Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня у нас на обзоре очиститель пороха ОВС-25 после капремонта, в таком вот состоянии, друзья. Готов полностью к работе, старые детали заменены, новые поставлены. В коробке стоят предохранители, чтобы от двигателя не горели. Все сделано качественно, на долгую работу. Можете наблюдать вот новые детали все. Новые. Сейчас покажу очистители, двигателя, все, кабеля, все поменено. То есть аппарат полностью в рабочем состоянии, готов к работе. Обновлено лакокрасочное покрытие. Обновлены вот лебедки. Обновлена сама транспортерная лента лапковая. Идет, можете наблюдать, новый стоит. Аппарат полностью готов к работе, в отличном исполнении. Ремни тоже стоят новые, трубы тоже новые, некоторые цепи тоже вот новые, смотрите, установлены, некоторые заменены детали. Все смазано, ну, полностью готов к работе, друзья. Если ищете такой очиститель, как просто в народе называют, сортировка, обращайтесь к нам, звоните, приедьте, посмотрите вживую, либо также организуем доставку до вашего хозяйства. Возможно, оплата по месту прибытия. Друзья, соответственно, очень хорошая вложение, так сказать, средств. Друзья, если заинтересовало, обращайтесь. Всего доброго.